Всем здорово, дорогие друзья! Это по-прежнему канал Juggernaut Play. И это мой очередной первый взгляд о игре Kicks Friendly на PS Vita. А, Kick Phoenix. Так, правильно будет. Извиняюсь, так. Ну вот она. Давайте New Game по-новому показать вообще, что вначале произошло. Так, нажмем старт. Игра на английском, но в принципе там все понятно. Что надо делать? Также сумма этой игры будет в описании, цена. В описании к этому видео. Так, ну что ж, давайте посмотрим вступительный ролик. Вот он, наш герой. Так, нажмите квадрат. Нам показывает управление. Так, ну что, давайте продвигаться. Такая игрушка, вид сбоку. Тоже такая типа аркадки. Так, вот поднялись наверх. Пока не понятно, что надо здесь выбрать делать, почему мы здесь оказались. Видно было, что наш корабль приземлился или потерпел крушение какое-то. Мы появились на какой-то планете, скорее всего. Так. Тут бродим он по зданию. Так, что тут? Воу. Так, что тут у нас? О. Что за фигня мы добрали? Нифига, мы скрылись. Подобрали какое-то оружие или какое-то прибор. Не знаю, какой-то робот-дрон. Теперь будет летать, по-моему. Так, идет загрузка. Робот нас спас. Так, показано управление, вот оружие или что это такое. Угу. Так, направление выбираем. О.
Вверх, получается, отталкиваешься, а если вниз направлять, ага, он подлетает. Так. Ого. Когда мы целимся, как-то все время замедляется. И собираем запчасти, но как раз установить, походу, его на этот. Деталь какую-то у него там треснулась, видно было. Ого. А, он пока с времени останавливался, типа. А, и воздух тоже останавливается. Вот, запрыгнули. Собрали детальки. Нам надо деталек 50 штук собрать. У нас 12 уже есть. Ого. Так, запрыгнули. Так, уже 16 собрали. О. А, когда направляешь наоборот, он, получается, ломает. Так, собрали детальки. Оп. Прикольно, интересно, как сделано. Необычно так. Так, а здесь враги какие-нибудь будут? О, провалились. Так, обратно мы уже, наверное, вряд ли залезем. Так, нам надо как-то... ту запчасть большую забрать. Вот мы ее забрали. Так, а здесь что у нас было? А, здесь тоже были две штучки. Так, 32 уже собрали. Ну, тут не только сбоку вид, в зависимости от местоположения или уровня, мы как-то можем, как-то на нас камера поворачивает, снизу на нас смотрит, как-то сверху, сбоку, разные ракурсы берет. И иногда приближает или наоборот отдаляет. Уже я ничего не делаю, само так происходит. Так, аккуратно. Так, здесь надо ломать. Так, сломали. Так, вон еще я вижу. Так, у нас 43 собраны из 50. Мы еще не все собрали. Так, ждем. Ну вот, мы выполнили первый уровень. Набрали 43 из 50. 7 штук, получается, не набрали мы. Так, давайте следующий уровень посмотрим. Ну, с каждым уровнем, само собой, будет все сложнее и сложнее. Может, какие-то будут появляться новые навыки или какие-нибудь приемы, чем-то такое. Не знаю. Я ее сам не играл, только первый взгляд, первый раз играю. Так. Тут. Оп. Так, а что такое? Нужна энергия. Что-то.
Непонятно. О, что это было? Так, а здесь что такое? Пауза, Bullets, Show Weapon. Показано правильно, куда идти надо? А, вон показано, ага. Ну, чтобы нам, наверное, не потеряться, показывают. Куда нам надо идти? Так. Не успели. Там еще картинка была сломана. Так. Давай, давай, давай. Так, а что мы теперь выше не поднимаемся? Так, оп. Оп, оп. Успели. Так, вперед нам показывают. Так, мы дошли до культа. Так, ну что же здесь у нас? Так, давайте бежим. Так. Бежим, бежим. Так, что у нас тут дальше? Он пока еще будет представление. А. Одним пальцем мы, получается, стреляем. Я не понял. Ладно, пофиг. Так, сюда. Так, здесь мы поднимаемся наверх. Тук-тук-тук. Что тут? Что это такой за пресс? Странный. О-о-о. Так, ну мы успели подобрать.
А, не успел. Вот, успели. Воу-воу-воу. Ну, походу, здесь убить не могут. Потому что нас специально робот спасает. Ну, вот такая вот игрушка. Такой небольшой будет наш первый взгляд. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем удачного дня. До скорых встреч. Пока.